Неделя пролетела незаметно, а это означает, что прямо сейчас в эфире канала 3+ самая интересная и познавательная программа «Стиль жизни». И, как всегда, я ее ведущий Анатолий Эйн. Мне очень приятно, что вы проводите это время вместе с нами. И правильно говорят, что мода проходит, а ваш собственный индивидуальный стиль остается. Давайте следить за самыми интересными событиями, как всегда, вместе со мной и прямо сейчас. Поехали! С вами программа «Стиль жизни» и наша постоянная и любимая рубрика «Мода и красота». Рядом со мной Илона. Привет, здравствуй. Привет, Анатолий. Здравствуйте, наши телезрители. Итак, хочется, наверное, сегодня посетить какое-то очередное мероприятие. Да, но хочется чего-то необычного. Например, спортивные игры. А что, такое возможно? Конечно, это возможно. Совсем скоро мы с нашими телезрителями отправимся на скачки. Кстати говоря, вас ждет очередное модное путешествие. Но скачки – это ведь не только спорт. Прекрасно. Можно не только надеть наряды, но еще и подобрать шляпки. Самое время поговорить об аксессуарах вместе с нашим любимым инструментарием. Илона, в очередной раз я отправляю тебя на примерку, чтобы показать нашим телезрителям роскошные оправы и солнечные очки. Поехали! Рядом со мной специалист и стилист, который знает, конечно, все, как правильно выбрать потрясающие очки. Анита, привет, здравствуй! Привет, Анатолий! Здравствуйте, телезрители! Как я и обещал нашим любимым телезрителям, что мы отправимся на светское и одновременно спортивное мероприятие. Это скачки. Подбираем роскошные наряды, красивые, изысканные шляпки. Но не забудем об оправах и солнечных очках. Как ты думаешь, мы готовы приступить к нашему модному разговору? Конечно, готовы. Итак, первая оправа, которую хочется продемонстрировать, это наши любимые Cat Eye. Настоящий бестселлер. Такие самые классные у фирмы Gucci. Они темные, стандартного цвета. На самом деле, такая шикарная форма, как Cat Eye, не выходит с мировых подиумов уже на протяжении нескольких сезонов. Очень многие хотят добавлять какой-то принт не только на одежде, но и также в аксессуарах. В этом случае поможет фирма Prada, у которой дужки однотонные, но спереди очень красивые янтарные тона, светлые. И это подойдет именно для тех, кто не хочет темные оправы тяжелые у себя на лице, а именно что-то легкое, свежее и светлое. Еще одна оправа и модная тенденция, конечно, это цвета. И помимо классических темных оттенков, на подиумах присутствует насыщенно красный цвет. В этом случае очень хорошо подойдет оправа от фирмы Fendi. У нее снаружи цвет красный, а изнутри оправа белая. И эта оправа смотрится очень воздушно на лице, и оправа в форме Cat Eye, как ты любишь. Но сейчас вместе с инструментарием мы поговорим о солнечных очках. Они будут настолько эксклюзивны и запомнятся, конечно, вам, так и всем вашим поклонникам. Советую обратить внимание. Это оправа Jimmy Choo. Они массивные, но круглые, не квадратные. И там присутствуют все последние тенденции моды. Это зеркальные стекла, круглая оправа. Там очень интересно то, что есть металлические элементы, золотые. И сбоку очень шикарно смотрится ткань, которая выполнена в леопардовом принте. На самом деле калейдоскоп модных тенденций не только в вашем наряде, но и даже в солнечных очках. Все это возможно вместе с новой коллекцией от Jimmy Choo, которую вы найдете только в инструментариум. Обязательно советую отправиться прямо сейчас, ведь есть только несколько эксклюзивных пар. Еще одна оправа от Jimmy Choo. Там сразу сосредоточено несколько модных новинок. Можно обратить внимание на то, что оправа не пластиковая, а металлическая, золотистая и сверху покрыта бархатом. Это очень красиво смотрится и очень воздушно и элегантно. Итак, третья оправа, которую мы покажем нашим телезрителям, я думаю, что будет пик совершенства и модных тенденций. Конечно, это же от фирмы Max Mara, круглая оправа, где и металлические, и пластиковые элементы. Очень шикарно смотрится с любой шляпой, с любым нарядом.
мой совет для наших телезрителей. Конечно, как говорится, чем больше, тем лучше. Как и различных новинок и тенденций в модной индустрии, так и красивых солнечных очков и оправ прямо от инструментариум. Не бойтесь экспериментировать, и никогда не бывает много очков. Приобретайте их, защищайте свои прекрасные глазки и наслаждайтесь летом. И тогда каждое утро вы будете уверены, что найдется та самая заветная оправа солнечных очков, которая подойдет на любой случай в вашей жизни. Всем привет! С вами Марат. Только что Анатолий вам представил новую коллекцию солнцезащитных очков от Инструментариум, которые подойдут и на каждый день, и для выхода в свет. Ну и, как и было обещано, добро пожаловать в Москву! Ну а пока Анатолий покоряет другие модные горизонты, мы с вами находимся у знаменитого центрального московского ипподрома, старейшего ипподрома России. Кстати, само здание ипподрома уникально. По задумке архитектора оно напоминает как одну из башен Московского Кремля, так и фасад Большого театра. И именно здесь уже через несколько минут начнется одно из самых главных светских событий летнего сезона Москвы – скачки Гран-при «Радио Монте-Карло». Скачки проводятся уже 15-й год подряд и давно завоевали звание самого шикарного и элегантного мероприятия столицы. Так это или нет, давайте узнаем вместе с программой «Стиль жизни» прямо сейчас. Такое замечательное мероприятие, и быть лицом – это удовольствие и честь для меня. Совершенно нетрудное, это огромное удовольствие, и я думаю, что любая девушка меня поймет. Со мной группа «Фабрика». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Великолепное мероприятие, хорошая погода. Как ваше настроение сегодня? Настроение прекрасное, погода хорошая, великолепное мероприятие. Какие все-таки ожидания? Это больше светский раут или спортивное мероприятие? Живые, прекрасные, очень красивые существа будут сейчас перед нами выступать. Для нас это какая-то красота, природа, кони, меньше спорт. Рядом со мной певица Юлия Началова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Что именно привлекает вас в это мероприятие? Это просто, мне кажется, очень такое светское, красивое мероприятие. И лошадь – одно из самых благородных животных. Ну что ж, скачки в самом разгаре. Рядом со мной Сергей Зверев со своими очаровательными спутницами. Группа Квинс. Скажите, вы часто посетитель скачек? Ну, я не пропускаю. Вот радио Монте-Карло проводит эти скачки. Никогда не пропускаю, потому что действительно это событие культурной жизни столицы, потому что сюда же приезжают не только Москва, здесь приезжает весь Бомонд со всех концов света. Скачки на Гран-при радио Монте-Карло в самом разгаре. Я продолжаю общаться с гостями. Здравствуйте. Добрый день всем. Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулос, компания «Боско». Любители скачек, любители элегантности прежде всего. Здесь особенный день стиля сегодня. И рядом со мной певица Саша Градива. Саша, здравствуйте. Здравствуйте, привет горячей Эстонии. Вот так мы встретились здесь, в Москве. Ну что же, очень рады встретить вас сегодня на этом мероприятии. Все-таки скачки – это необычное светское мероприятие для вас. Вы знаете, оно необычное, достаточно новое для России. Для меня, я была на скачках в разных странах, но я очень безумно рада, что такое мероприятие проводится здесь, в Москве, летом. Когда посмотрите, на сколько женщин, потрясающе выглядящих в таких шляпках. Это ярко, это необычно, это здорово. Я на самом деле кайфую. Скачки Гран-при радио Монте-Карло – это не только спортивное мероприятие, но и светский раут со своими строгими законами. И по одному из этих законов обязательным атрибутом всех посетительниц скачек во всем мире является шляпка. Соблюдают ли столичные дамы этот строгий дресс-код? И какие сюрпризы приготовили организаторы скачек Гран-при радио Монте-Карло в этом году, узнаем прямо сейчас вместе с программой «Стиль жизни». Не переключайтесь. Известный дизайнер Белла Потемкина. Белла, здравствуйте. Добрый день, очень приятно.
Великолепный наряд. Расскажите, пожалуйста, о своем образе сегодня. Поскольку я отвечаю за моду, я надела ту шляпку, на которую сейчас есть огромный спрос. Это вот такие огромные шляпы. Это действительно лук из моего показа, который состоялся недавно в яхт-клубе московском. Хочу таким образом атмосферу лета, курортов и предстоящих поездок в отпуска как-то вот активизировать и передать немного морского настроения уже. Известный дизайнер Мария Погребняк. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Скачки радио Монте-Карло – это больше светское мероприятие или все-таки спортивное состязание для вас? Ну, для нас, для девушек, конечно, это светское. Прийти красиво одеты, шляпы, мы выбираем заранее шляпы, кто-то за год их уже бронирует, чтобы сделать какую-нибудь необычную феерическую шляпку. И я на нее обратила внимание и выиграла в конкурсе лучших шляп. Все-таки должна быть шляпка в гардеробе у современной модницы? Я думаю, что желательно, потому что все равно бывают мероприятия, где должна быть шляпка. И вообще, мне кажется, это очень красиво. Шляпка женщину украшает. Рядом со мной великолепная Анна Калашникова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Великолепный наряд, мы вас очень рады видеть. Долго ли вы готовились к сегодняшнему мероприятию? Вы знаете, честно говоря, было до последнего. Неопределенность. У меня был красный шикарный образ. У меня был этот образ. Девушки, мы такие все переменчивые, изменчивые. Сердце красавец, как говорится, склонно к измене. И вот мы на измене все утро провели, собираясь на эти скачки. Для самих участников это больше спортивное мероприятие. Для нас это больше светское, гламурное. Познакомиться, подружиться, еще раз пообщаться со своими коллегами, друзьями. И, как всегда, выгулять красивую шляпку. Пляжи, берега, пейзажи, и без макияжа. Моя фартовая шляпа наконец-то у меня. Для скачки Монте-Карло это просто номер один. Вы в солнечных очках. Это обязательный аксессуар для модного человека этим летом? Желательно, да, чтобы очки были. Потому что у меня такая практика большая, очень большая. Интервью, съемки. Вот надо сказать, что очки – это просто такой очень важный аксессуар. Когда правильные очки, когда правильная, правильная защита. Потому что одно дело, что тут друзья и подруги, а другое дело, что еще бывают чурчурщицы, которые придут, порчу наведут, не дай бог. Очки от этого спасают. Это очень большая защита. Я видел, что вы раньше уже были на скачках, например, в Англии. Как вы считаете, это мероприятие похоже или нет? Да, да, очень похоже. Люди красиво одеваются, семейная, отличная атмосфера. Действительно, похоже, как в Британии. Ну а как провести лето? Посещайте открытые музыкальные фестивали, танцуйте под солнцем, но и защищайтесь от него. Ну и напоследок пожелания нашим телезрителям, как правильно провести это лето. Дорогие телезрители, просто развлекайтесь, отдыхайте и ни о чем не думайте. Летом нужно отдыхать. Самое главное, чтобы был позитив, хорошее настроение. И тогда неважно, дождь, солнце, холод или тепло, в хорошей компании, с хорошим настроением у вас всегда будет лето. Давайте поживем дружно, мирно, будем купаться, отдыхать, загорать. Нужно обязательно отдохнуть на море, купить себе красивое платье от Беллы Потемкина и не забыть вот такую крутую шляпу. И самое главное, что нужно летом, это быть и чувствовать себя королевами и любить себя и все, что рядом. Шевелится. Скачки Гран-при радио Монте-Карло подошли к своему концу. И, как мы с вами убедились, это по-настоящему яркое светское мероприятие, которое привлекает известных актеров, музыкантов и светских персон. Лично я получил огромное удовольствие. Надеюсь, что вы тоже. Будьте всегда стильными, но главное, не забывайте о модных аксессуарах, которые всегда подчеркнут вашу индивидуальность, будь то модная шляпка, либо солнечные очки. До встречи в программе «Стиль жизни». С вами был Марат. Пока!
На сегодня это еще не все, что мы успели показать нашим телезрителям. Сразу после небольшой паузы мы продолжим наш модный и увлекательный разговор. И наш поезд-экспресс продолжит свое движение. Оставайтесь с нами и, конечно, не переключайтесь. С вами программа «Стиль жизни» и моя соведущая прекрасная Илона Фаустова. И Анатолий Эйн. Мир красоты, моды, музыки и искусства. Никак не могу понять, как ты все это успеваешь? Легко, с помощью нашей волшебной силы. Мы отправимся в очередной раз покорять модные горизонты в самое сердце города Таллина. Во-первых, посетим галерею Fashion Showroom, увидим роскошные комплекты одежды и встретимся с дизайнером аксессуаров Юлией Фурсовой. Впереди только самое стильное и модное. Ты готова? Конечно. Поехали. Рядом со мной дизайнер Юлия Фурсова. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, телезрители. Вы представитель бренда FG Lace и наверняка точно знаете все о новинках из мира модной индустрии. И, конечно, как правильно носить этот прекрасный аксессуар. Могу сказать, что такой тривиальный, казалось бы, аксессуар, как шаль, можно носить совершенно разными способами и вплетать в разные образы и разные стили. Если говорить о новинках, стоит упомянуть о классике, которая остается модной всегда. Это все оттенки красного, оттенки синего и денима, которые тоже не выходят из моды. Как правильно сочетать такой аксессуар, как шаль, с разными стилями в одежде? Если мы говорим об этом универсальном стиле, надев пальто и добавив к нему шаль, вы будете выглядеть совершенно особым образом. Вы будете отличаться в толпе, и взгляды будут прикованы только к вам. Я думаю, что это отличное решение. Если наши телезрители выберут правильную шаль, она не только подчеркнет вашу индивидуальность, но и будет композиционным пятном в вашем стильном образе. Продолжаем наш модный, увлекательный разговор. Монохром. Если говорить о монохроме, то надо обязательно вспомнить о таком цвете, как нюд. Цветовой акцент, добавленный совершенно нейтральному нюду, сделает вас привлекательной в глазах окружающих и выделит из толпы. А сейчас хочется поговорить о моем любимом классическом вечернем стиле. Стоит добавить акцент на контрасте. Взять шаль или палантин. Он добавит и цвета, и согреет. Вы можете накинуть шаль или палантин себе на плечи, красиво задрапировать и быть настоящей модницей. Очень важная и актуальная тема, как правильно носить, то есть задрапировать шаль. Многие привыкли носить ее традиционно и, думаю, пользуются этим, накинув на плечи или на одно плечо. Если вы хотите выделиться и быть особенной, используя такой простой, казалось бы, аксессуар, как шаль, используйте и дополнительные аксессуары, которые есть в гардеробе у каждой женщины. Ремни, броши, заколки. Ну а сейчас, как всегда, модные и стильные пожелания для наших любимых телезрителей. Остаться стильными и модными очень просто. Добавьте в свой гардероб всего лишь один аксессуар модного цвета. Пусть это будет шаль, потому что с ней можно создать множество разнообразных образов и использовать ее в разных стилевых направлениях. Добавляйте только яркие краски в свою жизнь вместе с нами из FG Lace. А мы продолжаем наше модное, увлекательное и музыкальное путешествие. С
вами программа «Стиль жизни» в самом разгаре, летний телевизионный сезон, но мы продолжаем следить за новинками из мира модной индустрии красоты и, конечно, парикмахерского искусства. Прямо сейчас об этом и пойдет речь вместе со студией «Красоты 22». Рядом со мной Илона. Привет, здравствуй. Привет, здравствуйте, наши любимые телезрители. Итак, студия «Красоты 22» находится в самом сердце города Таллина. И мы спешим поделиться ценными и модными советами. Какая длина, какая стрижка, какой цвет волос будет актуальным не только этим летом, но предстоящей осенью? Как прекрасно, что благодаря передаче мы можем оставаться молодыми, красивыми и стильными. Сегодня нас ждет тоже небольшой сюрприз – это преображение. Но после этого мы отправимся на модный показ. Поэтому калейдоскоп модных тенденций специально для наших любимых телезрителей. Давай начнем. Поехали! Поехали. Ну а прямо сейчас начинается самое интересное. Только ценные советы из мира парикмахерского искусства. Рядом со мной представитель студии «Красоты 22», стилист-парикмахер Екатерина Васильева. Привет, здравствуй. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, телезрители. Итак, первый шаг – это хорошее настроение и визит в студию «Красоты 22». Чашечка кофе и совет стилиста-парикмахера. Какая стрижка и покраска подойдет именно вам? Да, и мы, конечно, выбираем прическу уже с порога, так как гость к нам приходит, и мы видим, что у него сейчас на голове. Мы знаем, что с ним надо сейчас будет работать, и у нас уже возникает какая-то картинка. Сейчас в наше время модно все. И, конечно, мы все смотрим на глянцевые журналы, все смотрим телевидение, каких-то звезд, блогеров, и создается какой-то образ, который хочется осуществить. И здесь мы его помогаем реализовать в жизнь. У нас есть прекрасная возможность вместе со студией «Красоты 22» поговорить как о мужских, так и о женских прическах, укладках и, конечно, красоте и длине волос. Начнем с наших прекрасных дам. Сейчас в моде чистые, красивые, здоровые волосы. Наш салон может вам посоветовать легкую тонировку. Либо, если вы хотите кардинально изменить свою внешность, мы предложим вам более интересные покраски. Клиент всегда приходит с какой-то идеей, а может быть и совсем не знает, что хочет. Здесь, в нашей студии, мы всегда рады помочь. Но помимо наших прекрасных девушек, очень много телезрителей – мужчин, которые настоящие модники. Какие советы для них из мира парикмахерского искусства? Предлагаю всем мужчинам выглядеть хорошо и ухоженно. Если чуть-чуть отросли волосы, их надо просто немножко подкорректировать у висков. Мы предлагаем для мужчин легкую тонировку для волос. Это не глубокое окрашивание. И бояться этого абсолютно не нужно. Это только придаст вашим волосам ухоженности и свежести. Но можно не бояться, потому что через пару недель вы уже вернетесь в привычную цветовую гамму. Но я всегда пропагандирую, не бойтесь экспериментировать в любом сезоне. Сегодня нас ждет потрясающее шоу. И прически предоставлены как раз от студии «Красоты 22». Что нас сегодня ждет? Сегодня моделям мы будем делать легкие, красивые, слегка небрежные прически, чтобы девушка могла чувствовать себя просто летящей и красивой. Только что с нашими телезрителями мы посетили студию «Красоты 22», которая находится по адресу К1. Огромное количество впечатлений, ценных и модных советов. А помимо советов, мы еще и сами преобразились. Действительно, как прекрасен стиль жизни и наша любимая работа. Ну а прямо сейчас мы отправляемся на модный показ. 3, 2, 1. Теплый летний вечер и программа «Стиль жизни» в самом разгаре.
и мы в предвкушении нового летнего показа. От эстонского дизайнера Анастасии Балак коллекция купальников от AB Fashion Design. Только самое сенсуальное, красивое и интересное ждет вас прямо сейчас. Мы не забудем пообщаться с дизайнером, получить ценные и модные советы, как всегда, и напомним нашим телезрителям, что сегодняшние прически предоставлены от студии 22. Илона, наверняка ты тоже уже присмотрела себе красивый комплект. Конечно, ведь купальник – это так важно в этот летний период. Всегда можно подчеркнуть свою индивидуальность, скрыть любые минусы и превратить их в плюсы. Все это возможно вместе с программой «Стиль жизни». Итак, сегодняшний модный показ в самом разгаре. И рядом со мной человек, который знает все о последних модных тенденциях. Дизайнер Анастасия Балак и ее бренд AB Fashion Design. Привет, здравствуй. Привет. Итак, в очередной раз мы окунемся в омут с головой, я хотел сказать, и отправимся в настоящее морское путешествие. Ведь коллекция называется Sea Adventure, что означает в переводе «морские приключения». О чем эти приключения? В этой коллекции вы, как всегда, увидите необычайные принты на моих купальниках, посвященные лету, прекрасным видам и, конечно же, настроению летнему. Ведь все мы хотим летом выглядеть прекрасно и особенно. Кстати говоря, многие отправляются в путешествие. Как правильно подобрать себе сногсшибательный купальник? Я бы могла посоветовать для девушек выбирать два вида купальника. Один закрытый, второй бикини. Но бикини мы выбираем особенный. Это обязательно завышенная линия ноги и завышенная линия талии, что делает фигуру особенно интересной. Ну и, как всегда, наши постоянные стильные и модные советы прямо от Анастасии. Вы знаете, я могу посоветовать и пожелать всем нашим телезрительницам оставаться стильными, модными, следить за всеми модными тенденциями и, конечно же, смотрите «Стиль жизни» с Анатолием Мейном. Ведь мы держим вас в курсе только самых интересных модных и музыкальных событий, которые происходят как у нас в Прибалтике, так и во всем мире. Эти полчаса, как всегда, пролетели незаметно. Но я надеюсь, что наши телезрители получили только самые интересные, ценные и, конечно, модные советы. Не забываем подписываться на мой Инстаграм и на канал в YouTube. И до встречи в очередной раз в следующее воскресенье на канале 3+, в программе «Стиль жизни». До встречи. Пока.